начал заниматься тайским боксом в 20 лет. Вот. Я призер чемпионата Азии 2010 года, призер чемпионата мира 2011 года. Вот. В дальнейшем приехал сюда, в город Москву, и также продолжаю заниматься за клуб «Варяг». Ну, изначально, когда я служил в армии, мы занимались рукопашным боем, ну, и там был командир из нашего взвода. Вот он. Я увидел, как он занимается, мне привлекло. Он начал и меня тренировать, показывать несколько техник, отработок. В дальнейшем, после службы, я приехал и пошел в Федерацию Узбекистана по муай-тай. Дальше продолжил. И ничем так выбрал этот путь, не знаю, может, из-за характера. Меня побудило заниматься изначально муай-тай. Я участвую в четверке 25 марта. Мои оппоненты также готовятся на каждого из нас, кто там будет участвовать. И я ожидаю от всех лучшей формы, показать наилучший результат. Всем желаю успехов. Приходите поболеть, поддержать.